Итак, всем привет! Сегодня у нас 19 апреля, Doom 1, третий стрим, третий эпизод, возможно и четвертый сегодня захватим. Вот, я не знаю, буду разделять ли запись, но посмотрим. Перед вами те великие люди, которые создали перед нами, которые создали первый Doom. Их очень мало, видите, то есть сколько человек? Там штук 10, по-моему, человек. И в геймдизайне мало кто, точнее, ну, в игроиндустрии мало кто не знает. Вообще-то многие сейчас не знают, но в принципе, Джон Кармак, Джон Ромеро, хотя Джон Ромеро, он что-то, я не знаю. Ладно, это отдельное. American McGee. Сэнди Питерсон. Кстати говоря, больше нигде никогда не видел. Надо бы почитать про него. American McGee создал Алису. Мою любимую, мою горячо любимую игру. American McGee Alice. Вот. Давайте. Третий эпизод Инферно. Да, и перед нами сразу какой-то, я извиняюсь за выражение, какой-то глубокий глаз. Мы спрыгнули с луны Деймоса, ой, с луны... Пуль надо положить, радость моя. Вот такое ощущение, что сзади что-то открывается еще. Да, третий эпизод, последний эпизод, который был в оригинале. Четвертый эпизод, насколько я понял, уже добавили после... Его добавили в Final Doom. И... Блин, надо оружие найти. Нормально. Справимся. Да, у меня, кстати говоря, поменялся-то этот-то. Сейчас, извините. Дом-то поменялся, да? Да. Все. Где все секретки-то? Алло. Ну,
Слушайте, я хочу еще раз пройти этот уровень. Потому что, мне кажется, там надо все-таки с разгона успеть добежать. Прям уверен, что здесь должна быть секретка. Привет, весомый. Как твой ремонт? Ауч. Ауч. Ладно. Поэкономили и хватит, а то... Потолок остался. Ну тогда почти поздравляю. Самое главное, чтобы этот потолок доделался. Хеллкип. Это не засчитало за секрет, да вы шутите. Это вот у меня, допустим, после как мы сюда переехали. Мы переехали сюда в 2012 году, кажется, в эту квартиру. У меня вот там сзади и вообще во всех остальных розетках в комнате, кроме той, которая у компа вот здесь, вот, вот за экраном, за которым я играю, они все голые. Это еще не край уровня, да? Нет, это край уровня. Ноль секретов. Дайте я посмотрю, на каком уровне хотя бы, чтобы знать этот секретный уровень. Если пропустим, то пропустим. Кстати говоря, секретный уровень во втором мире был не такой уж интересный. Жалко, конечно, что пропустили, но пропустили и... Пофигу. Сейчас. Верно. Secret Level Warrens. Шестой миссии МТ Эребус. Ну, запомним. Ух, ёлопал, здрасте. Да умри ты уже, господи! Какие же вы толстые! Блин, еще невидимый. Да, кстати говоря, посмотрел, как у меня закачались первые две записи на YouTube. Thank you.
Во, и в принципе нормально, вроде все разборчиво. Просто со старыми играми есть одна проблема. Потому что когда они пиксельные, они... Я извиняюсь за мат, искренне. Я не люблю использовать мат на стримах. Но как же пиксельные игры зачастую ебут просто битрейт. Дайте. Так это дамажит или нет? Не-а. Да блин. Ух, ё! Всего. А, вот, окей. Не знаю, может быть это глюк какой-то, что берсерк не проходит. Это вот очень странная фигня. Не то чтобы я из-за этого перепроходил. Я не считаю, что это слишком читерно, но это обидно. Это не из-за ретро-дума, который я использую, мне вот интересно. Надо посмотреть. Режим вот этой ярости. Или он в оригинале прям так же работает, что он почти нескончаемый. Он потому что фиг поймешь, когда кончается. Салпак, значит, мне уже где-то должны были дать эту. Застревание великое. Посмотрим. Ты не думал, тут еще бонусов не дадут? В смысле, я про то, что ярость-то...
работает очень странно. То есть она, видишь, она не кончается. Ну, в старых играх... А, сейчас... Rage... Doom... 93-го. Сейчас... Pickups... Doom... Item... А про секреты читай вовремя. А? Armor, power ups, backpack. Берсерк. Берсерк, ага. Сейчас, я почитаю быстренько. Red Haze disappears in seconds. Оно не пропадает в секунду. The damage boost to fist attack last till the player exits the level or dies. Если, ну, блин, не прошел уровень на 100%, 0%, я ничего не возмущался. Ace of Berserk. Короче, оно работает, я так понимаю, весь уровень. Но красная пелена вот эта должна спадать. В оригинале она спадала. Блин, патронов нету вообще. Что-то где-то открылось. Открылась прекрасная вещь, я считаю. Вот он, Rocket Launcher, даже так. А почему на... Не понял. Что не работало... Слушайте, а уровень типа рука, вы поняли? Сто процентов. Yeah.
Ну, в принципе, почти полный арсенал за первые два уровня. Это хорошо, это классно. Ух, ё. Блин. Да я уклоняюсь. Блин, вот типа звук раньше был хуже, да? Вот с текстуры поехали. Где ты, блин? Хватит лезть. Но музыка писалась к тому времени, когда это все пердело. А сейчас саундтрек чистый, и, блин, я саундтрек первого Дума не могу слушать, серьезно. Вы знаете, когда в игре прибавилось технологичности, из-за этого что-то поломалось. Потому что я понимаю примерно, как это должно звучать. Давайте здесь побольше побегаем, ладно. Это секретка? Ух, ёлы-палы! Я тебя не заметил, ты чё? БФГ? Серьезно? Там откуда-то сверху можно свалиться, и будет счастье. Странно было, но ладно. О! Так. Mm-hmm.
О, здрасте. Здесь откуда? Здесь вроде сюда обследовали. Я понял, куда это. Здрасте. Сюда надо выйти, вода. Я туда не пошел. Давайте просто на правую сторону карты пойдем. Секретка? В каком месте эта секретка, пардон? Нормально. Пока все отлично. Так. Это, конечно, меня напрягает. Нашли секрет. А, ну типа ты не... Не, у них вообще первые части, короче, абсолютно не консистент понятие, что должно быть секреткой. Плавают. Стоп, а у меня и это что ли пушка уже есть? Посмотрите, сколько БФГ тратит. Здесь я хочу вернуться по одной простой причине. Я не юзал вот это. А? Оригинально.
отлично открыл секретку. Но, блин! Я повторюсь. Первый, мать его, Doom. Первый. 93-й год. Карта есть. Грейвен. Ну, да, в демке была карта. И мы говорили, что она будет. Но потом что-то как-то уровни стали такие, знаете, тяжелые. Надо рисовать для них всех карту. И это секретка, надо было встать здесь. Это неожиданно было. Вроде все везде обнаружили, да? Процентов опять уровень. Да, хорош. Слушайте, дайте сейчас, мне немножечко крутит с утра, скажем так. Вот, сейчас буду буквально 5 минуточек перерыва, хожу попить воды, не знаю, не здоровится, но да, перерывчик срочный, большой, сейчас буду. Итак, продолжаем немножечко, да, потихоньку надо продолжать. Вот. Уже прошли сколько уровней? Это четвертый или третий? Это четвертый уже уровень. Блин, мы быстро, быстро проходится здесь. И опять, блин, что за строение уровней такое? Стране уровней, конечно, я бы не сказал, что мое уважение. Интересно. О, тихо. Не хочу терять 200% брони. Пытали как могли. Серьезно? Секретка, в которой ничего нету? Вы чё? Может, придёт сюда идти? Здрасте.
Надо пользоваться. Блин, нафига мне... Ой, извините. Нафига мне... Неуязвимость здесь была. Типа, чтоб я ворвался такой, ха-ха-ха. Всех убью. Ну там поднимать же над платформой, иначе тебя раздавит. О, нет. Люди. Вы поплатитесь за это. Преступление, демоны. Так. Избавлю вас от страданий. Да, я, кстати говоря, читал, что четвертый эпизод, он прям суперсложненький. И он не соответствует learning curve. Что сзади что-то должно открыться. Попал все-таки за страниц. У меня уже 200 хп. Так, не-не-не-не-не-не, я это буду делать. Серьезно, блин, как это надо быстро провернуть? Вот я просто... Хоп. Safe load abuse, да, но...
Сейчас. И здесь получается... Очень странное, конечно. Что туда никак не попасть больше. Давайте обратно суперски сбегаем. Где там у нас бронька лежала? А где у нас бронька лежала? Кто-нибудь помнит? Там лежала где-то. Слева. В этой комнате. Видите, мозги-то помнят начало уровня. Хотя не то, чтобы они здесь были большие. Я на самом деле очень боюсь второй части. У меня почему-то на мозге прям записано, что там большущие, огромные. Что-то оно забагалось, видимо. Ладно. Ничего страшного. Это уже никак не помешает. Блин, ну серьезно, это пол такой. А это нормально, что хелбонус? Ладно, блин. А ты чё не... Не, я это тоже... Save load abuse. Это было убер нечестно. Стоп. Не понял. Ой, блин. Что это за... По какому принципу здесь скрипт работает? Алло? Как оно закрывается? Объясните мне. Понятно. Открываем это. Открывается все остальное. Сейчас здесь будет полно дядек. Чё? Понятно.
Блин. Да идите вы. Вот эти сволочи. Все, все сожрали. Прекрасно, но тут вот должна быть как секретка, я думаю, что вот туда проход как секретка. А почему сейчас-то, кстати говоря, не... А? Не закрылось, ладно. Ой, да, не, не сюда. Сюда надо. Здрасте. Ух, ёлоп. Палая. О, спасибо за сьют. Вот это интересная, конечно, штука. Экзит, экзит, экзит. Мне не нравится такой экзит. Ну ладно, что поделать, десу. 75%. Unholy Cathedral. Не святой, не святая церковь. Перевод, конечно, на русский, мое почтение. 4. Здесь не 4. Вот эти черепа, они, конечно, очень бесючие. Они очень толстые в этой части. Самый первый. Это секретка. Здесь должно открываться. Здесь должно открываться. Они нас не видят.
Не, попозже. Давайте попозже сюда. Блин. Да блин. Что за уровень такой-то? Все жжется. Короче, слева ничего не открылось, да? Справа. Еще должны быть телепорт, короче. Но где? Иди уже, пожалуйста. Что-то нога разболелась немного. Так, а как отсюда выбраться вообще-то? Ух, японский городовой! Как отсюда выйти-то? А, какой-то из этих порталов, да. Вот это, по-моему, не. Не. Вот. Просто еще с разных сторон вроде как что-то вставать можно, но... Ага, там надо было направо идти. Слева разве? Сюда разве? Да. Мы попадаем сюда, и здесь вроде как дальше. Секрет, блин. Это секрет, дорогие мои.
Здрасте. Это секрет. Я уверен, что это секрет. Блин, это не секрет. Обманщики, блин. Просто выход куда-то. Там рядом должен быть костюм. Секрет? С ключом? Ну, ладно. О, блин. Кстати. А вот здесь-то я не подобрал ничего. Тихо. Здесь же должен быть где-то. Это вот очень интересное место, не находите? Где-то здесь должен быть. Я думаю, где-то здесь должен быть проход. Только включ. Это выпрет нас обратно. Странное место. И не телепортирует нифига. Так, тут последнее не открыто только. Сейчас надо вот сюда. Нет. Еще рано выходить.
Блин. Отстаньте. Это не должен быть бесконечный спаунер. Таких в игре вроде не должно быть. Первый. Заканчиваем уровень. Что-то я не знаю, как попасть в ту часть секретки. У нас две секретки вообще пропущены. Лавой залито. А. Одну вот. Одну да открыли секретку. Но вот что делать с левым верхним углом? Проблема в том, что видите, здесь в каждой стороне по 4 этих. И мне кажется, чтобы туда попасть, надо буквально с каждой стороны заходить. Хотя... Тут фиг поймешь. Между прочим, еще демоны щелкают. Времени мне потребовалось. Кипуфик. Зато секретку открыл. Все, и куда мне надо дальше для... Вот сюда надо. Для выхода. Ну сколько секреток? 70%. Мы еще что-то не открыли здесь. Обалдеть. Здесь переход на секретный уровень есть. Помним. Что-то мне. Здрасте. А мы вас не ждали. А вы пришли? Здрасте.
Ладно. Какая замечательная. Кто-то стрелял в меня? Клац-клац тут делают. Ладно, так. Ну, к слову, в первом эпизоде вообще никакущие уровни, как по мне. И, кстати говоря, я сейчас понимаю одно решение во второй части, которое является очень отличным, очень прекрасным решением проблемы первой. А именно, знаете что? То, что дробовик вообще очень редко, прям сильно протрачивается. Скул нужен. Блин, ну конечно, сделать все черно-белым, это они перестарались. Короче, во второй части они придумали этот дробовик такой. Двуствольный. Здрасте. Я иначе задолбаю все это чистить. Кстати, я бензопилы не видел все. Угу. Два варианта куда? Давайте направо. Отлично. Второе налево секреткой. Так, этим мы, конечно, будем пользоваться для того, чтобы туда сходить, я думаю. Но сперва я схожу вот сюда. Ничего особого, ну ладно.
Ну это секрет. Видите, вот то чудо. Я искренне надеюсь, что я смогу. Назад прийти. Ну, компьютер есть. Просто обычный дробовик, он вообще не кончается. Ой, блин, и что бы там Дрэгон ни говорил, но Блад, допустим, на голову выше первого дома. Дума. Он намного динамичнее, он пользуется все теми же идеями, но он заставляет игрока выбегать гораздо больше, чем Doom. Здесь чувствуются попытки, что вот, пройди в зал и начни двигаться, начни как бы расшифровывать эту комнату. Когда вышел первый Blood? Мне вот просто интересно, ну-ка. Поздно довольно-таки вышли, 97-м. Ну посмотрим, как второй Doom будет играться, потому что второй Doom это 95-й год. А, понятно. Это в первом Марио пикселей больше. А... В 6000 стримлю, а что? Ну тут ты знаешь, что особо ты не... Ничего с этим не сделаешь. Что там такое? Стало нормально. Ну там, потому что все. Вот я так понимаю, вот это ад битрейта. Квадраты махают вам. Да? А вот это вот нормально. Да ёлы-палы. Не, ну на самом деле, первый Doom, учитывая, что он проходился... Вот так вот, то есть без мышки, и там на Ctrl нажимался, чтобы выстрелить. То есть мышка-то была поддержка, но рассчитывал, что она будет играться вот так. Блин, нет, голова чуть немного за... Это очень неточно. Так, чё мне? Мне синий, да? Мне синий. Вариант. Развитие событий. У меня тут другие вопросы немного мучают. Ага.
Так, 9. Какие всего осталось? Надо... О, блин. А почему меня так убило? Gate to Limbo, следующий уровень. Блин. Да, должен быть Воронс. Мы загружаемся. Нам не сюда. Сюда надо попасть. Сейчас. Как мы сюда попали? Вопрос на миллион долларов. Как мы туда попали? Вообще есть... Где-то... Ладно. Где-то должна быть штука с компьютером. Вот сюда. Так. Сюда. Блин. Не туда и не туда, вот сюда, возможно. Да. Не туда тоже. Как же туда запрыгнуть-то? Я понял. Я уже нарушил. То есть я спрыгивал здесь за бензопилой. Оно повыше стало спустя несколько секунд. И, блин, ну переигрывать целый уровень я уже даже не смогу переиграть, вы понимаете? Блин, трагедия чего. Сейчас дайте я посмотрю. Почему иногда оно проскальзывает? Странно. Так, дайте я.
Сейчас. Экзит, туалет, шеверлукин, вотер. Ой, извините. Сейчас. Не-не-не-не-не-не-не. Ну-ка. Welcome. Нет, не надо welcome. Серьезно? Ты это так делаешь? Или это только так и делается? Не, я могу попасть на секретный уровень. Давайте сделаем это. Где там? Куда мне надо? Мне надо сюда, сюда. Блин. Сейчас. Там было сохранение, называется, и... Он делает это вот так. Вот. Душно. 100% секретов. Блин, ну я не люблю, когда вот ради секретов надо делать вот такие вещи. Не очень люблю. То есть ты ни разу не пользуешься тем, чтобы ракетница пользоваться как ускорением, и тут тебе, чтобы зайти в секретный уровень, тебе надо. То же самое, короче. А? Нормально? Это первый уровень, к слову. Там написано, что лейаут из первого уровня третьего мира. Выхода посмотрели так. Справедливости ради. Блин, какой дурацкий саундтрек, а. Спасите, блин. Сейчас, мне просто интересно, а Воренс, вот я... Три...
Там есть все-таки что-то. Да ладно. Глюкей надо. Окей. Серьезно, блин. Вот здесь вот и... Ладно, давайте так сходим. Нет, то есть можно... Не, погодите. То есть вот это... Может вот так открыться или чё? Это работает. Я не понимать. Same place. Open wall on the left in the room. Не знаю, блин, я хочу покончить с этой музыкой быстрее, поэтому пойдемте отсюда. Хватит читать гайды с секретками. Мне просто интересно было узнать, что здесь за секрет. Почему именно первый уровень такой же? И вот сейчас я вылезу обратно, то есть тут дополненный первый уровень. Понятно. Форт, у меня в ртоне чат написал какую-то колесицу. А, баяны? Это... Окей. Здрасте. Это самый отвратительный саундтрек, который только можно представить.
Вот сюда открывается проход, ага. А, ну, здрасте. Обалдеть, блин. Не-не-не-не-не, не хочу опять тратиться много. Какая музыка дурацкая, господи Иисусе. За что? Здесь нет секретов. Я баян не люблю... Вот из всех музыкальных инструментов баян я люблю меньше всего. Точнее, люблю меньше всего. Я его не люблю. Давайте выстрелим чё. Вы чё, не собираетесь умирать? Ай, блин. А что там, 4 было, что ли? Я в темноте не вижу. Что-то мне сдается, что здесь нет секретов. Как выйти с этого уровня? А. А? Второй день делают под окном. Секрет 0%. Видите вы день. Gate to Limbo. Да умрите уже, господи! Демоны. Это даже не секретка. Я не понимаю, как секретки здесь делаются. В каких-то уровнях так повернись назад сразу после начала уровня и открой. Это секретка. А в каких-то почему-то нет. Это работает вообще. Давайте немного ракет потратим. А ты откуда здесь? Ладно, давайте пойдем по левой стороне. Вы шутите? Это что за лабиринт?
вот у нас и полная броня. Оп, ха-ла-ла-ла-ла-лей. Мне не нравится вот этот вот камень. Не-не-не, вот там что-то есть, да? Здрасте. Я говорил, что мне не нравится этот камень. И это секрет. Тебе камень не угодил. Тут не угодил. Видишь, секретка в нем была. Дайте я хотя бы вот так промчусь, посмотреть, что здесь. Ага, здесь красная дверь. Ну, мы тратиться не будем, конечно же, на это. Но запомним. И здесь тоже, да, красная дверь? Да вы... Две красные двери в разных местах. Запомнили. Идем сюда. Синие двери. Давайте пойдем по правой стороне. Почему это... Блин, как же здесь гравитация работает великолепно. Тоже красная дверь, блин. Да зараза, везде красные двери. Я не хочу падать в эту расщелину. Кто-то хочет падать в эту расщелину? Я не хочу. Умирай. Все понимаю, но телепортировать на целый уровень куда-то в сторону, это слишком. Я иногда проходы пролетаю и плохо их замечаю. Блин. Вот желтый найти, окей. Mm-hmm.
Это в большом зале, да, да. Ну, мы продолжим поиски приключений здесь. Блин, ну ладно. Угу. Бесполезно. Входим, попадаем сюда, нажимаем, и, я так понимаю, выходим отсюда. Где? Блин, я не помню, куда мне точно нужно. Кто-нибудь помнит, куда мне нужно? У меня взрывается мозг от этого уровня. Здесь вообще должен подниматься этот мост. Так, хоп. Я не запоминал маршрут. Да господи, тут просто все запутано. Вот, и поднимается лифт. Все. Да нам. Сюда же, да? Или нет? А, хватит. А, вот. Ну то, что плохой уровень, нет. Просто немного сложновато, 100% всего нашел. Дис нац, видимо. Saved. Это уже босс? Серьезно? Это уже дяденька Механомозг. Блин, что? Блин, не. Да японский картовый. Тихо. Блин, а тебе не стыдно стрелять с такого километра? Тихо. Все. Че, все?
Laughing Spider Demon, вот Mastermind. Короче, Спайдер Дим, который всем этим управлял и захватывал Луну и бла-бла-бла, его жопа была отправлена далеко и надолго. Hidden Doorway Opens. Короче, секретная дверь открывается, в нее вступаете и... вы видите зеленые поля земли. Дом, наконец-то. Тут, по-моему, какая-то забавная заставка. Но я загружусь, я хочу в этом уровне еще несколько вещей попробовать. Ну, мегамозг какой-то супер слабый. Типа вы там... Там было написано еще... Пойдет ли ад за вами, вы задаетесь вопросом. Мог ли он пойти за вами и что-то такое. Лип Дейзи, помню, что у тебя забрали. Ага. В 2016 Думе или в Этернале? По-моему, в Этернале, да, есть отсылка на это. Ну, это конец третьего эпизода, напоминаю, четвертый эпизод, он бонусный, он в Final Doom появился, он челленджевый эпизод. Вот. Ну, мы на него сейчас, наверное, тоже сходим. Дизнац, так. Просто хочу все... Только это, ну ладно. Ну типа вот. Слишком слабо, много БФГ дают. Ладно, так. Ой. Ладно, третью запись. Я не знаю. Как вы думаете? Я вот сейчас перерывчик еще один сделаю. Четвертый эпизод делать отдельным, отдельной записью? Или... Пускай в этой же записи будет. Мне кажется, что надо отделить. Потому что у меня хорошо получилось... По записи на каждый эпизод получается пока что. Я, наверное, стоп-старт, но и скажу, что четвертый эпизод. Ладно, тогда на запись я говорю пока-пока. Увидимся в следующей записи.